Маур, как ты дальше удобнее? Чтобы удобнее. Лучше с юга на север садиться, так как потом можно налево спокойно повернуть и сюда приехать. А, да, я так и садился. А я наоборот садился. Особенно на фоке из-за того, что налево сносит. Весер тоже налево сносит. Мессер не справился с управлением немножко. Как бы он не въехал там в кого-то. Три с половиной. Крит, у тебя шасси есть? В смысле, есть, конечно. Не заново будешь? Там просят, чтобы закрыли шасси. Кибер, тебя не воскрешают. Я слышал. Я знаю. А ты мертвый, рассказывай. Я? Крит, у тебя же... Крит, у тебя шасси будет? Кибер, хорошо, правильно. Нет, понял. Еще раз. Я думаю, что... Погма, это баг. Не настрой. Но внимание сейчас. Так, Мавр, я так понял, что все. Да, у меня все похоже. 5 минут прошли. 4 километра. Так, летать будем. Не ехать-то можно? Газует. Это вот ты вот спереди слева, да? У меня на фоке. Ну, здесь все на фоке. Да, сейчас на меня разобьется. Люфт, что мне делать? Свободный ход начал? Да, окружение там. Свободный ход. Сильно не было оставлять. Мы пока что не следили. Даю тяку. Вот тут. Я сейчас... Живи. Что-то меня так вверх я потянул и... Ты прям возле вышки-то. Иди на форсаже. Ну хорошо, не пришлось. Это спиной мозг сработал, так сказать, вовремя. Компенсировал движение самолета. Вообще клингом отшел. Я на форсаже. На форсаже дойдем? Внимание на указанный квадрат! За мной! Держитесь за мной! Когда подняли крита, значит крит первым возвращается на этом пути.
Крит, ты над... покажи себя на карте. Держитесь за мной! Нас на восток вижу контакт. Выше километра на 2-3. Единичный. Крит, смотри, смотри, наших бомбят СБшки по нулям. Их решаки покрывают. Попробуй на проходах СБшки. Со строительным бомбом. Вижу по нулям, да, кто-то летает. Он с Мавром начинает. Я вижу, да. Уже нашли. Жирные там два контакта по нулям жирных. В общем, ты атакуй только жирных. Понял. Какая у них высота примерно? Нули, прям совсем. Ну, ты далеко от них? Блокирую 700. Вот. Там два ШК пары тоже по нулям. Так. У нас смотри. Внимание на обозначение. Я уже на СБ же потопал. Дашка, все. Хожу на скорости. Но я все еще вижу высотный контакт единичный. Значит, это як. Где он? На танковой карте на высоте километра 4, наверное. Так, понял, Малори. Левый так, вверх. Так, у меня 1.5 километра, да, взираю. Набирай высоту в сторону сюда. Да, так и делал, запад набираю. Да, вижу вас, я вам... Вы сейчас влево, да, разворачиваетесь? Да. Еще СБшки есть у танка? Так, я на 100% сбросил. Это 1-1. Ой, нет, не 1-1. Значит, в общем, 100%. Аналогично. Так, народ, я сейчас на 3 наберу или сворачиваюсь обратно на танковую карту. Хорошо, окей. Вижу одиночный контакт. А, нет, это вы двое, понял. Мы сейчас на скольки километров? Но я где-то на 3-3.5. Мы? Не знаю. Да. Мы на 300. А, я думал, это вы, значит. Правом, да, мы не в вираже? Мы в левом. Левом? В левом. Друг за дружкой. Близко друг за дружкой? Ну, метров 400, наверное. Дали на себя. Внимание на указанный квадрат. Ни хрена, не вы. Наверху на танковой карте на 4 км двое. Значит, это против. Я тебя прямо на них хотел. Сейчас спешу. Кстати, я забыл время засечь. Значит, это противник. Давай, лети в сторону. Они где-то вот там были. Ты только что следуйте за мной, сказал. Нет. Люфт, я тебя не принял. Под нами. Ну я на 3. Принял. На 3.5 сейчас. Это миссис, конечно. Я на запад лечу.
А, вижу вас, вы сейчас кругом, да, набираете высоту, да? Да, мы блин вращаем рядом с вами. Ага, я под вами. А, мессер вижу, да. Я рядом тоже с вами. А уверен, что это мессер, а не я? Да, мессер, спасибо. Хорошо. Я третьим тогда сейчас, ну, рядом буду. Да, уже 400 на крыльях. Пару над, над танками спасибо. Потерял. Это точно были стремители? Нет. Пара? Пару не вижу тут. Еще один мессер. Под вами два мессера. Что там у танков? Нет больше тройку? А, если били, они уже, знаешь, все уже не почистили. Угу. Внимание на укатанный квадрат! Когда взлетаете на фоке, лучше сразу нос опускайте. Да, а то скотина начала сразу отрываться, а потом заваливаться начала. Крит, у тебя какая высота? Ты за мной идешь? 5. Нет, я не за вами, 5.5. В общем, идем в сторону Николай Снабин. Принял. Я чуть севернее сместился, сейчас буду восточнее. Как спидфайр начала взлетать. Это обманчиво, бывает ее отрывает вверх, а ты ручку на себя тянешь, тебя перекасывает на крыло, потому что скорости не хватает тебе. Ну да, так я вот так чуть не разбился только что. Ну да. Еле выровнял. Типичная ошибка, при взлете на ручку бывает. Ну, как ни странно, первый раз у меня такое всегда. Сколько раз уже взлетал на фокинг, все нормально было. Ну, бывает. Лавка так любит подрываться тоже. Полетит уже на самом деле вверх. Ну, я поставил 1.18. Принял. Вы на 6 километров? 6.5 даже. Да. Да. Еще пара ничего. Внимание на обозначенный сектор! Но. Это ты за мной? Я за тобой иду. Держите за мной! За мной! У нас слева на кто-то гораздо выше. Километров двое. Внимание, это наши, нет? Люк, слева думал, по борту гораздо выше нас. Километр или полтора. Да. Сейчас прошу. Держите за мной! Это наш или нет? Что, сложно узнать? Как... Мне кажется, что нет. Слева ты имеешь в виду. Они на вас заходят, сзади, на вас заходят двое таких вот. Противник, скорее всего. Где он? Лас. Левый рождение.
Маврик, идешь за мной? Да, иду за тобой. Чё у тебя контент? Что-то парашютики уже не над нами. Они на 8, но где-то километр. Понимаешь? Перестраиваются. Кажется, сейчас атаковать будут. Разворачиваются под ними. Возможно, меня. Конечно, не видит. Да, на вас вижу, они у меня попали. За мной! Двигайтесь за мной! Держитесь за мной! Они, по-моему, снизились немножко. По-моему, на меня заход. Держитесь за мной! Возможно, ошибаюсь, просто так это идет параллельно. Не могу голову развернуть. Что-то мистера наш, нет? За мной. Вот они, кажется. Я надеюсь. Следуйте за мной. Так мало, что-то не сливается с этой вины, кажется. Я худо, я просто шел. Ну, парсашка. Они сейчас справа вираже, да, стадили уже? Мы с мамой влево. Не вправо. Мне нужно разорвать дистанцию, чуть не убираешь. Вверх сейчас они идут, да? Да, да, да. Блин, не пойму, ты что, выгнать, что ли? Ну, они сейчас справа на нашей высоте. Крыть ты на какой высоте? А, вот сзади вижу. Я сзади них. Близко бедет, да, уже километра два можно. Надо что-то с ними делать. Я сзади них на одной высоте захожу. Топливо на единицу. Давай, Крита. Да, за нами идут люфт. Да-да-да, сейчас Крита низко появится. Она все слышала, надо их заставить. Терять ситуацию. Заход на нас. Миги, что ли, летим? Я под них поворачиваю. Да, это уже. У меня атака. Иди за мной, левый вираж. Шел левый вираж под них. У них вообще вероятность? Видишь, что аэрокобра? Сейчас. Там Миги 3. Да, там может быть аэрокобра. Не могу различить все. Так, там кто-то резко вверх ушел. Слезь-ка вверх протянул. Пробил одного. Такую того, кто сейчас свечкой висит. Да, падает вниз, я его сбросил. Свечка вверх протянул ушел. Вниз ушел. Это Миг, кажется. Миг наверх поднимается. Он падает сейчас. Пристраивается кому-то. У меня может? Держите за мной. Да, наверх. 6-6 это Мик. Отвернул. Вверх пошел. Да, ай, не дотягиваю его. Я не буду забирать. Не попал. Где второй? Я второго мочу. Я у него на 6. Он драпает. В бочке падает. Спускается. Он не иду за ним, он дальше вниз пошел. Нет, он выровнялся. Иду за ним дальше. Ты вверх, да, ушел? Да, я вверх пошел. Он тоже потихоньку вверх идет. Я иду за ним. Давай. Он сейчас на меня смотрит, скорее всего, не пойдет, а ты его срежешь. Ну, у него энергии много. Мне 500 км сейчас. Он разворачивается, скажите. Он вниз пошел. Сейчас вниз сплетует. Лев, сколько у вас топлива? На единицу сейчас.
Все, он вниз пошел, не пойду. Совсем вниз ушел. Нет, он вниз. Он вверх идет. За ним. Иду за ним еще. Так, а на кого-то? Трассер. Я за ним. Он сломался. Да, ну блин, миг. Прикрою, что? Прикрываю. Короче, я считайте, вы сбил. Будете, чтобы так, что-то я его потерял. А, за ним версия. Ну, а ты за мной идешь. Да, я за тобой иду, прикрываю. Понял, крич, что он тебя? Он сломал Мигана, он на флатере поймался. Все, отлично, не убирали вопрос. Что у тебя такое? Топливо, я не знаю. Ну, близко к нулю, я не вижу, что там дальше. Где вы сейчас? Покажите себе. Следуйте за мной. А высота? Там же ж пишется. Да, Москва. Уж гвадь. Я сейчас не отвечаю, где, где ты, где он. Ты сейчас сзади его? Я сзади. Я не принял, ты сзади? Я сзади. Принял. Теперь принял. Сейчас сбил его, решил. Ой, отлично. Кого нам дальше море? Все чисто. Следуйте за мной. Я иду сзади, выше тебя. Тебя наблюдаю. Идем снова. О, резко появляется. Так, проверка топлива. Где-то 0,8. Так, у нас кто-то умер? А, Бабби Картин, да? Киборга и кого-то еще убер. Двадцать минут получается уже летаем. Примерно. Если в 9 минут мы это начали. Двигайте за мной. За мной. Че, Маур, пойдем разберемся, там убрят какой-то контур. Ну давай, у нас еще, в принципе, есть время. Ну мы только это, пролететь, пострелять и свалить, и все. Никаких виражных боев. Там какой-то контакт исчезает, появляется. Смотрите. Все грани донести видимости. Тягу прибеги, прибери, не жги. За мной. Так, у нас топливо 0,5, да? Ну, у меня чуть больше, я просто экономил. Ну сам смотри, я не знаю, тебе хватит, не хватит. 18. 0,5, по-моему, это минут 10, даже 15. Вроде карта не такая уж и большая. В самый раз, как раз, с размера карты. В принципе, можно пойти по полному.
Как меня смотришь, Мавр? Ну хорошо, пошли. Меня спрашивали? Нет. Мы как раз воздушную битву, считай, выиграли. Самое время восполнится. А Мики-то заметил я. У нас контакт сейчас на 12 выше. На 12 выше? Ну, возможно, на час у тебя. Да, вижу. Крит какая у тебя высота? Крита здесь нет канала. Внимание на указанный квадрат! Видимо, наши, потому что там наш аэродром. Следуйте за мной. А, слушай, мне показалось, что прямо на 12. Пара какая-то. Да, на 12 пара. Внимание на карту! По-моему, идут нам в лоб. С набором. И они не пара, они отдельно друг от друга. Следуйте за мной. Свои или чужие? Это миссия. Ну ладно. Ну один, кажется, на филде. Или пытается сесть. Да, это крик, кажется. Это киберзбунчик. Вот он, да? У нас сбросил чат. Большая часть стратегических точек захвачена. Внимание на обозначенный сектор. Фока на посадке. Опасный космос. Особенно если казать лично. Я чуть палатки не притаранил. Я принял примерно процентов 70 вроде. Держитесь за мной! Мне кажется, это было просто обсуждение, как Фока ведет себя на посадке. Там кто-то на полосе. Держитесь за мной. Следуйте за мной. Принял. Еще одна точка у нас. Преимущество на нашей стороне. Что там наша наземка выигрывает? Да, вроде бы.
Ее, правда, мало. Пушечки. Не сел, хочешь попался? Принял, захожу. Ты там, наверное, 10 раз успеешь уехать. Забудил. Я сейчас и сам уже пишу. Тихо, ты чё козлишь? Всё нормально. Зарез на сеть. Принято. Ну, так, чтобы вы были в курсе. Маур, ты записываешь, кстати? Так я всегда записываю. Ты вовремя об этом спросил, после двух вылетов уже. Двигайтесь за мной. Ну, слушай, соки. Вооружение хорошее. Можно легко забивать, если прицел. Держите за мной! К сожалению, не смог упреждение определить. Для мига. Правда, на больших скоростях Роу медленнее становится там. Режет на миге, бог поворачивается. Ну, там еще роль высоты клинит. Довольно мило. Зато, когда его клинит, как бы, чтобы не сомневаешься. Ну, лично для меня. Даже на клавиатуре мышки. Я так и делал. Я сюда немножко клавиатуры подруливаю.